гениального режиссера Джорджа Миллера. На что бы ни пришлось пойти. И неважно, как не скоро. Обещай мне, что найдешь дорогу домой. Фуриоса, пообещай мне. Спустя 45 лет после коллапса юную Фуриосу похитили из семьи. Остаток своей жизни она посвятила поискам дороги домой. Это ее Одиссея. Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Фуриоса! Темнейший из ангелов. Вопрос в том, способна ли ты набить себе репутацию? Фуриоса. Хроники безумного Макса. Запомните ее. Премьера в 2024 году.